Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть игру про вора. Как она называется, не знаю, Тиф-Таф. Кто там? Кто умеет по-английски читать? Давайте. Новая. Нет, просто вор. Совет, прячьте тела, они могут выдать ваше присутствие врагам. Конечно. Ой, давно играл в эту игру. Очень давно. И всего один раз, кстати. Повтора не было. Поэтому могу плутать и путать все. Ну давайте. Знакомство. Читать вы сами, наверное, будете читать. Потому что тут слишком быстро пишут, я не успею прочитать. Этот город научил меня одному. Все имеет свою цену. Секреты, репутация, жизнь, доверие. Нет, доверие — это слишком дорого. Хотя для меня это все не так важно. В конце концов, когда я вообще за что-нибудь платил? Итак, давайте. Тут у меня свечу загасим. Так. Так. Ну, взяли. На нижнем нету ничего. Но тем не менее. В рамках игры я должен проверить. Не знаю, вот по 5 этих брать — это вообще пипец. Давай. Скрываем. Птицы, кстати, вас могут сдать, когда хозяин рядом или еще что-то. Сейчас вы увидите, про что я говорю. Вон они. Все голдят. Вот здесь где-то. Было здесь. Опа. В другом месте оказалось. Ладно. Скрываем замок. Открыли, получили ожерелье. Один из уникальных предметов, как я понимаю. What the... Так. Это моя красавица бежит. Бежим за ней. Well, they do call the rooftops the thieves' highway. I just hope that's not who I think it is. Берем. И наверх. Тут только вот в такие штуки можно попадать. Да подожди ты. Ползем, ползем. Вон она. Эрин. Эрин. Отличные сапожки. Это чтобы громче топать? А как иначе бы ты еще меня узнал? Что это я. Басса, тебе сказали, что мы с тобой идем на это дело. Кстати, Басс, вот есть такая книга, Хроники Сиалы. Она состоит из 3 частей. Там главный герой Гаррет Тень. Кстати, моего героя зовут Гаррет, кстати. И он тоже вор, и там вор. Вот. И у него друг был Басс. Вот. Так что посмотрите это, почитайте или послушайте, есть аудиокнига «Хроники Сиалы». Трилогия. Вот. И вы поймете тогда. Вам понравится, кстати. Как я понимаю, Гаррет Тень — это я здесь.
Did you pick that route because it was fast? Ты выбрала этот путь, потому что он короче или потому что думаю? Come on. Пошли, принесем Басса его золото. Вот Басса. Это, кстати, бля, его дружок такой, что говно друг. Are you going to use any of those shadows, Lady Lamplight? I was just Давай. I know you always like to go first. Кстати, если бы мы так не сделали, они бы, блядь, и стояли, и стояли. Нам сначала сюда. Опа. О, смотри, как она свалит. По-быстрому. А мы как хотите. It's festival time. Your average thief will be under a table in an alehouse. And the watch will be liquored up too. I'm not haggling fines with a drunk guard again. Блин. Там стоят, тут стоят. Garrett, come on. Гаррет, за мной. Или Гаррет, пойдем, как правильно, блядь. Завидуешь? Сама сделала. Да нет, ну завидую, конечно, ну немножко так. Нравится рукастые бабы. Лучше, чем без руки. Которые ни хрена, кроме вареника, предложить не могут. Ага. I've been stealing. Вот так. Удар производится на R. Мало ли. Вдруг вам это очень надо. Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? Так. It pays to keep a low profile in places where I'm not welcome. There's a lot of those places. Вот так. Какой-то документ. Мадам, цветы. Отношения со стражником продолжаются, мужа все еще нет. Написать анонимное письмо. Мистер снял квартиру напротив. На нижнем этаже сейф в стене. Слева от лестницы в его руках вечно мелькает что-то ценное, но я не вижу, где он это прячет. Я знал, что он не просто тип. Ну так, несколько дней ничего не случилось. Так. Короче, нам наводку дали. Чернильница, нахрен она мне нужна. А напротив это как посмотреть-то напротив? Мне бы хотелось бы знать. Напротив это внизу. Самое что, я сюда уже точно не вернусь и об этом, блять, как сказать. Ну давайте посмотрим. Что-то ценное. Под лестницей. Вот честно сказать, я даже не знаю, где чего открылось. О. Вот видите. То, что открыто, закрывать не стоит, потому что
Мало ли, вдруг вы забудете, где вы были, где не были, так хоть открытые вещи помогут вам напомнить, что вы здесь были. Это, кстати, индикатор, смотрите, красный вот это. То, что птица вас сдаст, начнет орать, блядь. So how much did you steal? И много ли ты украл? Достаточно. It's not how much you steal. Важно не количество, It's what а то, steal. Что ты украл. Я, наверное, тут единственный алкаш-стример, да? Какой? Ну, не важно. It's the Baron's mansion. Там живет барон. Won't be easy. Будет непросто. Worried? Yes, волнуйся, да. И тебе тоже желаю. Не бойся, я все сделаю за тебя. Ой-ой, твою мать. Бойся, не бойся. Так, совет. Прячьте тела, они могут выдать. Так, ваше присутствие. Это мы читали в начале. Давайте следующую подсказку. Блять, у меня что, компьютер слишком, чтобы подсказки могли поменять. Используйте стрелы, чтобы ломать предметы, до которых не можете дотянуться или чего. Тут полно стражи. И они не танцевать на летнем фестивале пришли. Там, где много стражи, много стали. Воры и клинки не очень-то дружат. У меня нет проблем с клинками, но опять же, я не просто воровка. We can't let the Baron's guests see this thing giving out, and we can't frigging see without it. Ah, you're off and on all the time. So you can't fix it? Do I look like an engineer to you? None of the staff can keep up with all his lordship's experiments. Not going to be much of a frighter. Ага, кто-то меня хотел увидеть. Вот звук-то хорошо, что он есть. Мать его. Иди сюда. Иди. Help the new boy, will you? He's been trying to light a fire. Помоги новичку, ладно? What am I, his father? Go on before he sets fire to himself. Бля, я не могу так. Is that someone moving about? Неправильно, нет, неправильно. Вообще, я вот. До этого, когда проверял, записывают или нет, парился, мама, не горюй. Чтобы он те две монетки взять, но я хочу взять. Так, здесь у нас ничего нету. Проходим, берем водяные стрелы. Я говорю, я здесь парился, это пипец. Скажу больше, нам здесь не надо слишком бежать. Мы побежим по воде, он нас услышит. А фишка в том, что вырубить мы его тоже не можем. Опа, что-то у меня, видимо, промелькнуло. А, shift, видимо, долго держал. Зажатая клавиша. Как только зажигаю огонь, сынок, ты последнюю тряпку не подожжешь. Я тебе покажу, как надо. Слишком плотно воздух не будет питать огонь. Стоило самому догадаться, я ведь... Второго дают мне на пробу. Кстати, когда так оглушаешь, все. Он уже это получается автоматически грабит его. Так, надо Tomb Raider поди еще загрузить сразу. Как два-три видео установить.
Чем дело? Зачем ты убила стражника? Это у меня краш подготовленные два видео. Надо остальные делать. Как будто никто не убивал. Я не убиваю бездумно и без причины. Я не беру на это деньги. Я не беру за это деньги. Короче, себе убивать можно, а мне нельзя. Конечно, я понимаю. Зато я не очухается и не пойдет по нашему следу. Когда стражники очухаются, я обычно уже исчезаю без следа. А ты наследила. Ну, кстати, он, Гаррет, он прав. От того, что охранник очухался, не очухался, он все равно никого не видел. Вот. А труп — это уже след. Только не задерживайся, падла вонючая, убежала. Да два раза. На. Убирать его не надо. С него уже не все равно ничего не возьмешь. Так, вот здесь вот мы возьмем денежку. И две денежки мы возьмем там. Вон они мелькают, мерцают, как правило, мерцают. Up and down, you'll wear through those new boots. It's my girl, sir. She's presenting me to her father. Так. And? City Watch means honor and respect. The thing is, sir, he believes that ratsack rumor about us being on the take. Oh, does he? Then you pull his frigging nose out of his arc, right? Sir. Huh? That fire went out. I don't care if you need to rub two sticks together. Hey. Someone's been hit! I will seek you out! Not going to get me too! Так. Блин! Падла вонючая! Так, ждем, когда он с огнем уйдет. Давайте посмотрим. Так я еще не делал. Ой. Ну иди, смотри. С факелом пришел. Я же его не убил, а, кстати, вырубил только. Nothing here. He's good. This is pointless. No one's here.
Так. На. Вот так вот. И не потратил ни хрена. Так. Залазим. Сейчас мы будем похищать у нее ее коготь. Ой, да ладно. Прощаем. Я боюсь, что из-за тебя нас обоих убьют. Я в порядке, понял? Я быстрее двигаюсь, карабкаюсь. Быстрее убиваешь и делаешь ошибки. Да-да. Ты не уравновешена. Именно поэтому я лучше. Смирись с этим. Вот, кстати, не знаю, я Матрицу хотел начать играть, но я в нее ни разу не играл, поэтому не знаю, что это за игра и как в нее играется. Вот так, до сюда я доходил. Перед тем, как вообще проверять запись, это считайте, вот смотрите, сколько времени я потратил. Ну, тем, кто не смотрит мое видео, а смотрит именно, как это проходится, да, тяжеловато, потому что они сначала сами все пробуют, делают по-своему. Мантии всегда ударный знак. Корнелиус. Корнелиус — это верховный маг, как я говорил, книга одноименная, Хроники Сиалы. Он там, получается, верховный маг и предатель, так скажем. Ну, это интрига, конечно, но тем не менее, как все это было, как все это произошло, узнаете только потом. Слушайте или читайте Хроники Сиалы. Кто написал, не знаю. Come on, let's go down there. This will be fun. No. Давай, спускайся туда, будет весело. Надо уходить. Что? Ты смеешься? Здесь что-то не так, слишком опасно, а ты еще не готова. Ты сам знаешь, я уже не ребенок, я справлюсь, я пойду туда с тобой или без тебя. Вот ты без этого? Ну? Блин, бока немного растолстел, да, есть такое. Небольшой животик есть. Не пивной, но нормально. Не двигайся. Чё они там хренакают? Я спаси ее. Ну, кстати, такая дилемма. Надо собирать какие-то определенные вещи, чтобы было что-то определенное. Это типа как в Бэтмене, собери все подсказки Джокера или 90%, чтобы добраться до Джокера. Ну, что-то в этом роде. Здесь такая же херня замучила. Собери статуэтки, поставь их туда или продай, или как они. Это все звучит. Ладно, смотрите видео дальше, сейчас будет типа фильма. Я отлучусь.
Looks like he's waking up. Come on. Stop slacking. We gotta get him in the city before they call the lockdown. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower, safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's in Stone Market. Was I talking to you? Hey! Get moving! Fucking beggars. Makes you miss the old watch. The gloom's getting worse. Everywhere except Oldale. Someone should do something. Что? Nobody gives a shit. Все нормально у тебя. Мы твои ссадины помазали, оно заживет. А что? А это нормально, Ксюшенька. Он впитывается. Мы ж ты не зеленка, а йодом помазали. Да. Дочь самоката упала. Как? Не знаю, ну, тем не менее. Давай. Не высовывайся. Эй, ты. Беги. Стоять. Ну тут видео без меня происходит, поэтому я и говорю. Наслаждайтесь видео. Мать его, когда у меня был старый компьютер, вы бы знали, как я это все долго ждал. Сейчас только современные компьютеры, кстати, у кого-то может даже и по 200 тысяч стоит, да? Вот они-то, наверное, перерабатывают хорошо. И графику, и текстуры, и... просто съедают. Но у меня попроще. Что-то не так. Я... ну, не знаю, что там, блядь, он натворил. Читаем. Остановись, ужас мрака, личное дело каждого. Изоляция городских порталов и забытая всех больных животных уже приносит свои плоды. Почтенный доктор Трой из Сто утверждает, что контакты ослабленных меланхолию людей с больными и их окружением являются главной причиной распространения этого неискоренимого бедствия. Он советует всем от мала до велика соблюдать комендантский час. Тем временем все горожане могут быть уверены, что лучшие врачи и браманы работают над созданием лекарства. Воистину, мы живем в эпоху прогресса и перемен. Ну, может быть, кстати. I feel like I can think and act faster than normal when I concentrate. What happened to me? Давай. Да. На H. Восстановление здоровья. Этой башни мне надо. Потому что именно там у меня будет вся эта хрень. Так. Where do you think you're going? Lockdown!
Shutting the city up like this will stop the rumor spreading. Ладно, тем не менее. The watch have locked down Stone Market. But when did I ever let a lock hold me back? Так. Что он сказал, я, конечно, не понимаю. А, точно, их же можно вырубить. Сюда его. Я уж даже забыл про это. Его мы вырубили. Заходим, берем. Да. Так, здесь ничего нет. А мы возьмем. Блин, Бэтмена что ли поиграть? А то одного Бэтмена... Нет, двоих Бэтменов я уже прошел. Валю. Игра, да, такая, не, она, конечно, мрачная, не веселая, но тем не менее вот the claw is fairly quiet when used the right way. Aaron made this thing sound noisier than it is. Так, скрываем. Давай. Игра посвящается Свити Фокс. Свити Фокс, да, такая лисичка. Актриса своего рода. Если по-английски писать SWTFOX. Типа лисичка какая-то там. Слушайте, слушайте. Двор каменотесов. Проход закрыт. What are you looking at? Price on that jeweled mask. Enough to feed 100 squawking mouths. Можно год кормить целую армию. Смотри, не подхвати совесть, это опасная болезнь. Хорошая шутка, можно срезать дорогу через ювелирную лавку.
Damn lights are still on the blink. Anyone left who knows how to fix these frigging things? Good luck finding a guildsman who speaks. Да. Твою мать, я даже не знаю, куда я ползу, что я здесь делаю. Давай открываем. A few guards, residents upstairs. Stealing the mask shouldn't be a problem. Solder's still not ready. Let's see now. Cousin, I have expectors to join the piles of St. Louis, laughing about and ray uptown. Let us pray that it does not. I have a delicate problem. Wasn't that candle lit? Так. Вот так. Господи, нет, нет, выйди, 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 выйди. Это письмо наверняка пополнит грубо не отправленных бумаг. Блять, я даже не знаю. Не важно. Фриггин Глун. Killing off the bear pits and dog fights. Давай. What's happening? What? Something was just there. Давай. Бля. Вот почему надо вдвоем, втроем. Один его хренакат. Кстати, я могу его захренакать, нет? Так, мне нужен этот сейф. Thank you.
Так. Вот так. Берем. Good find. F1. Смотрим браслет. Украдите так инструктированную маску. Да подожди. Бля. Жадность Фрая разгубила, как говорится. Ну не то, что сгубила, угубила прямо-таки. Так. Блин. I'll be glad when this is all over. Угу. Это, кстати, антиквариатный, как я понимаю. All these beauties. I'd lift one myself if I didn't need the job. If he's got this on show. What else has he got locked away? I hate that friggin' bird. Goes crazy every time someone makes an... Так. А как здесь украсть-то? Вот так это должно быть. Так. Взял. Так. Где? Yeah.
huh? Intruder! Stop! На! Бля. А наконец-то открываем. Now what do we have here? Так. Так. Keep calm. We're watchmen. Huh? What the? Shit! It's open! Intruder! Huh? Ah! Ни хрена меня порубили. Ладно. Посмотрим, откуда я начну. Как оно сохраняется, я понятия не имею. Может, рано, конечно, еще. The intruder's gone. I don't want to answer to the general. Давайте. Hairy frigging bells. I don't like this. Вот так. Hungry as a... It's cold out tonight. Так.
I'm not feeling all that well. Да твою мать! Аж трое! Как вас вырубить-то поодиночке? Давай. No luck. He no doubt ran off by now. Don't get sloppy. Know what I mean? I can't let my guard down. Might have seen someone. You spot someone? If I were you, I'd stick to the shadows. Так. There wasn't anything after all. A thief in a jeweler's store leaving empty-handed? На второй этаж. Берем, берем все. Так. Нет места. This is my way out, but once I drop down, there's no coming back. Не смогу вернуться назад. Идите дальше к часовой башне. Давай. So bright, night became day. Or was it smoke so thick, day became night? I read that before the Baron was born, the city was at war. Read it, did you? Oh, bloody friggin' da. Watch out, that. Footsteps. If someone's here, step out to where I can see you.
Nothing. Clear bells. Oh, please, sir. Please, sir. Oh, I'm sorry, ma'am. Captain's orders. He said go stand under the window of that woman on Bleach Market. Her with a face that the rakers would throw back in the river. Try to make it crack. Alarm! Stay on your toes. I'll find the friggin' bastard. Да тихо ты. Так. Такс. Это я отсюда выверну. Это что за голова? Так. I was the shit sob who stood waist deep in the stuff, carting them out. Seems as if we spend more time catching our breath instead of thieving lifters. That's why you want the knife. Вот так. Куда-то добрались мы. Готово. А, какую-то главу прошли. Отлично. Испытание хедшотов 4. Украсть все. Ну, 46% практически половину украл. Взломанные замки. Так, ну там подобное. Продолжить. Совет, возвращайтесь в часовую башню. Вы можете насладить своей локации. Так, совет. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Давайте я сохраню вот блокада. Пока. Так, главное меню, мы выходим.